Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я прохожу тренинг «Школа психотипирования» и как бонус к нему золотой лимит на 1 месяц. За это время я прошла тренинг «Самогипноз 5» и теперь заканчиваю «Психосоматика и быстрое здоровье». Это еще один прекрасный тренинг от Павла Колесова. В тренинге очень много познавательного информационного материала, который доступен каждому для понимания. Много новой неожиданной информации. Есть над чем задуматься и переосмыслить. Очень понравилось, что информация дана в виде текста по каждому дню тренинга с оглавлением. И можно найти быстро интересующую тему. Что ценного я взяла из тренинга? Наши мысли зачастую определяют наше состояние. Зная свои верования, у нас есть возможность их менять и трансформировать, куда нам надо. Наши убеждения решают очень многое, почти все. Поняла один важный момент. Эмоции нужно проживать, а не подавлять. Дать возможность выходить наружу. Делать это можно спокойно, без скандалов и срывов. Если я попадаю в ситуацию, которая мне не нравится, я анализирую ее без раздражения. Становится понятно, и происходящее событие принимаю спокойно и легко. Нахожу вывод. Все свои болезни мы создаем сами, и появилось более глубокое понимание механизма возникновения физических проблем в теле. Я вспомнила своих знакомых с подобными проблемами, очень даже совпадает. Павел дает классные рекомендации и техники, также доступны всем. Ценные упражнения корни дерева для осанки иммунитета. Удержать равновесие, стоя, ноги вместе, закрытыми глазами, да еще 30 минут нелегко. Но когда концентрируешься на стопах и представляешь, что ты дерево, вросшее корнями в землю, стоять легко. Стоит отвлечься, начинает качать. Что интересно, на следующий день на работе я почувствовала уверенность. Плечи расправились, дыхание свободно. И работа доставила большее удовольствие. Буду продолжать делать это упражнение каждый день, и я уверена в том, что проблемы с ногами у меня тоже уйдут. Ведь я теперь несу полную ответственность за свое состояние, за здоровье, за свои убеждения, за свое настроение и вообще, почему я должна стареть и болеть. Теперь много чего хочу. Если вы хотите быть здоровым человеком, хотите получать удовольствие от жизни каждый день и не зависеть от врачей и таблеток, то этот тренинг для вас.